нашем виде спорта уже давно, как лет 20-25, проходных спортсменов нет и, грубо говоря, чайников. Все с хорошей целевой установкой, все заряжены на результат. Ну, а сами соревнования, конечно, они покажут, что на что способны. Подготовка к Европейским играм проходит самым лучшим образом. Физически мы все в хорошей форме, и я уверена, что покажем отличный результат. Я настраиваюсь на золото и надеюсь, что у меня все получится. Сейчас готовимся ко вторым Европейским играм и делаем уклон на общую физическую и специально физическую подготовку. Вполне реально заработать медаль для Беларуси на вторых Европейских играх, в том числе и у меня.